Аллах накажет тебя. Очень строго. Накажет. Я проклинаю, проклинаю. А проклинает она предполагаемого убийцу своего ребенка. Все, что осталось теперь у матери погибшего, только фотографии сына. Она вновь и вновь рассматривает их, не в силах сдерживать эмоции. На снимках убитая горем мать написала: «Дорогой сын, я до последних своих дней буду скучать по тебе». Он такой тихий, такой хороший был мальчик. Везде помогал. И бабушкам, и... самодеятельности, да, играл на баяне, на курае, спортом занимался. Везде он ходил. Друзья очень любили, лидером назвали. По версии следствия, лишил Ильясу Юсупова жизни 48-летний коллега. Он попросил денег у 26-летнего потерпевшего. Последний отказал, из-за чего получил 3 удара ножом в шею. Также подсудимый отрезал указательный палец убитого, чтобы перевести деньги с карты. Всего 37 тысяч рублей. Пока в суде опрашивали свидетелей в этом громком уголовном деле, мать Ильяса Юсупова тихо плакала, склонив голову вниз. Причины, по которым Юсупова убили, вам известны, неизвестны? Из-за денег, как я понял, потому что хотел машину покупать. Он вам говорил, что машину собирается покупать? Да. Следующее судебное заседание состоится только в 2023 году, 24 января. Родные убитого хотят сурового наказания. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.